Родительский контроль в действии. Питательность и свежесть школьных завтраков 17-й сегодня оценила глава округа. Мы все готовим сами. Нам только поставляют продукты. А из продуктов мы уже... Продукты поставляются у нас каждый день. Вот, продукты нам хорошего качества. Онлайн-прием как новая форма эффективного сотрудничества. Жители обращаются с запросом, муниципалитет выполняет социальный заказ. В этом году мы начинаем в районе Бекетова первое планирование территории под организацию дорог для многодетных семей. Для тех, кто ищет работу, ярмарка вакансий – отличный способ ее найти. Свои предложения по трудоустройству обозначили 15 компаний и 4 учебных заведения. Предложили 5 вакансий по специальности. Вот завтра поеду как раз на собеседование с директором детского лагеря «Звонкие голоса». К 75-летию Победы голоса войны зазвучат и в Клинском округе. 20 школьников стали участниками детского творческого конкурса.